Здесь. Акусин. Здесь. Шепелев. Здесь. 8 человек находится за пределами здания по служебным заданиям. 2 человека предварительно осталось в здании. Так, где они могут находиться? Предположительно, третий этаж. Третий этаж. Понятно. Она так открывается, вот. Расческу снимаю. И здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть возможность выхода у нас имеет. Коробка с взрывным устройством с надписью «Мина» обнаружена с собой. Сейчас все сразу. Берется огнетушитель, срывается пломба, мы вот эти вот оторвали. Вынимается вот этот ЧК. Все. Берем правой рукой, то левша левой, за рычаг. Левой рукой за низ. Подчеркиваю. Для таких огнетушителей надо брать за низ. Почему? Если мы возьмем за раструб, при выходе охлаждающего вещества будет очень минус 70 температура. Поэтому, чтобы не ожечь, берете вот за эту.
Первый раз у вас тренировки? Тренировка первый раз, но считаю необходимой для того, чтобы отработать действия, чтобы в реальных ситуациях не теряться, не привело к жертвам. Тяжело шагнуть было? Ну, не скажу, что страшно, к высоте привыкли. Боязнь высоты у вас нет. А ваша коллега, как ей дался такой путь? Ну, с нашей помощью, с помощью пожарных. Как вам дался такой нелегкий путь? Испугалась сначала. Ну, да. Вы все равно стойко перешли вот эту границу. Потом нормально, да. Вот. Все хорошо. Вы сами вызвались на такое учение? Да. Первый раз? Да, хотя высоты боюсь. Вы работаете, да, в этом здании? Как часто у вас такие мероприятия проводятся? Первый раз. Первый раз, да, такое учение? Ну, это внутри здания эвакуация именно? Нет, была реальная ситуация, когда горел щиток, да. А учения не было. И как в тот момент среагировал коллектив? Отлично, все вышли, все закрыли, все спустились вниз. Никто не пострадал. Это с вами у нас тренировка, как вы понимаете. В боевых условиях это работало, естественно, бы в динамике. Вот, и шло все параллельно. Всем спасибо. Вот, вам спасибо за работу. А мы с вами продолжаем. Сегодня, согласно плану основных мероприятий, значит, проводится плановая тренировка на территории города Балаково, именно филиала «Саратовэнерго». Значит, на данной тренировке мы ставили задачи, во-первых, посмотреть, как сотрудники данной организации умеют правильно проводить элементы эвакуации. Это обучение сотрудников данного учреждения, данного филиала, применением первичных средств пожаротушения. Второе – это взаимодействие всех сил постоянной готовности, организации слаженного взаимодействия, умение работать в оперативном штабе. Вот. Это тоже немаловажный элемент. Здесь мы отработали поэтапно данный вопрос. Это элементы организации оцепления, это элементы проверки помещений данного учреждения на взрывоопасные предметы, это элементы и спасения людей с высотных зданий, с крыши здания, потому что в реальных условиях задымленность, она будет довольно-таки большая, и многие люди будут просто выходить на крышу. Вы это видели прекрасно, это вживую реально происходит. Такие элементы мы с вами тоже отработали. И многие, получается, просто заблокированы в своих кабинетах. И
открывая окна, они просят о помощи. И вот этот элемент тоже, он, я считаю, довольно-таки многозначительный. Вот. Тем более в нашем городе высотных зданий имеется довольно-таки большое количество. Хочу отметить очень хорошую подготовку сотрудников данного филиала, знания ими, тех элементов, которые отрабатывались. Вот. Но я думаю, что и в дальнейшем мы данные тренировки будем проводить, потому что беда может прийти в любую квартиру, в любой дом, в любое учреждение. Вот для этого мы проводим данные мероприятия. Ну, я считаю, что оценку можно смело поставить удовлетворительно. Те задачи, которые ставились на эту антитеррористическую тренировку, выполнены. А именно, значит, действия руководящего состава работников при обнаружении самодельного взрывного устройства, доведение информации до наших органов ФСБ, полиция, объединенная единая дежурно-диспетчерская служба и руководство ПАО «Саратовэнерго» в городе Саратове. После этого была грамотно произведена эвакуация непосредственных сотрудников, для чего была включена кнопка тревожной пожарной сигнализации и речевое оповещение. Вы видели, что работники оперативно покинули помещение и построили здесь на место построения. Проведена была проверка оповещения, проверка численности личного состава. По легенде тренировки два человека у нас остались в помещении, не смогли эвакуироваться из-за возгорания. Один был на крыше, другой на третьем этаже в коридоре. Также была проведена эвакуация, вы видели, с помощью спасателей альпинистского снаряжения. Это с крыши. Наглядно было показано, что есть такая возможность реально эвакуировать человека из данного здания. И второй элемент – это эвакуация работника с помощью пожарной лестницы третьего этажа с коридора. Тоже показали, что реально этот процесс можно выполнить. Кроме того, мы показали здесь для членов добровольной пожарной дружины отделения, как можно использовать огнетушители, еще раз, в случае небольшого возгорания. То есть, не вызывая пожарных, своими силами небольшой очаг возгорания можно реально потушить. То есть, предотвратить дальнейшее возгорание. И последний элемент был тренировки – это отработка норматива одевания противогаза. Все мы знаем, что город Балаково – город химиков. Здесь есть химически опасные вещества, аммиак, хлор, которые могут в случае аварии, люди могут пострадать. Поэтому имеет противогазы, которые у них имеются, определенная возможность дать сохранить им жизнь и здоровье. Поэтому здесь тоже провели это занятие. Поэтому цель, я считаю, достигнута. Польза только положительная.